Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Азиатова Гузалия. В этом выпуске я расскажу вам о новинке книжного фонда Дворца книги «Книжный вор» Маркуса Зусака. Маркус Зусак – австралийский писатель, автор 6 романов, наиболее популярный из которых – «Книжкин вор». Роман был написан в 2005 году и находился среди бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 230 недель. В 2013 году «Книжный вор» был экранизирован. На кухне стоял молодой человек. Он чувствовал, что ключ в руке как будто приржавел к его ладони. Он не сказал ни слова, вроде «привет» или «пожалуйста, помогите» или другую подходящую к случаю фразу. Он задал два вопроса. Вопрос первый – Ганс Хуберман. Вопрос второй – вы еще играете на аккордеоне? Ганс растерянно всматривался в человеческий силуэт перед собой, и тут молодой человек наскреб и подал через темноту свой голос, будто это все, что осталось от него самого. Папа в тревоге и смятении шагнул ближе и прошептал кухне: «Играю, конечно!» Все это началось много лет назад, в Первую мировую войну. Странные они, эти войны, море крови и жестокости, но и сюжетов, у которых также не достать дна. «Это правда», – невнятно бормочут люди. «Можете не верить мне все равно. Та лиса спасла мне жизнь. Или тех, кто шел слева и справа, убила. А я так и стоял, единственный, не получил пулю между глаз. Почему я? Я остался, а они погибли». История Ганса Хубермана была примерно в этом духе. Наткнувшись на нее среди слов в книжной воришке, я понял, что в те дни мы с Гансом несколько раз прошли рядом, хотя ни один из нас встречи не назначал. У меня было слишком много работы, ну а Ганс, я думаю, любыми путями старался меня избежать. Первый раз мы оказались рядом, когда Гансу было 22. Он сражался во Франции. Большинство парней из его взвода горело желанием драться. Ганс же не был так решителен. Кого-то из них я по ходу дела подобрал, но до Ганса Хубермана я, можно сказать, даже не дотронулся. То ли он был везучим, то ли не заслуживал смерти, то ли его жизни была особая причина. В армии он не высовывался ни с какого краю, бежал в середине, полз в середине и целился так, чтобы только не злить командиров. И не был таким удальцом, чтобы его в числе первых послали на меня в атаку. Маленькое, но примечательное замечание. За свои годы я перевидал великое множество молодых мужчин, которые думают, что идут в атаку на других таких же, но нет, они идут в атаку на меня. Ганс оказался во Франции, провоевав почти полгода, и там ему спасло жизнь странное, на первый взгляд, событие. Но другой ракурс показал бы, что в бессмыслице войны событие это было как нельзя более осмысленным. Вообще, с первого дня в армии Ганс не переставал удивляться тому, что видел на Великой войне. Это было похоже на роман с продолжением. День за днем, застывший пот, маленький зловредный приятель, чересчур загостившийся в подмышках и на штанах. Больше всего ему нравилось играть в карты, потом редкие партии в шахматы, хотя и в том, и другом Ганс был совершенно жалок. Ну и музыка, обязательно музыка. В части был парень на год старше Ганса, немецкий еврей по имени Эрик Вандербург, который научил его играть на аккордеоне. Ганс и Эрик постепенно сдружились на почве того, что обоим было не страсть, как интересно воевать. Сворачивать самокрутки им нравилось больше, чем ворочаться в снегу и грязи. Раскидывать карты нравилось больше, чем раскидывать пули. Крепкая дружба была замешана на игре, табаке и музыке, не говоря уже об одном на двоих стремлении уцелеть. Одна беда. Позже Эрика Вандербурга нашли на проросшем травой холме, разорванном в куски. Он лежал с открытыми глазами, обручальное кольцо украли. Я загреб его душу вместе с остальными, и мы тронулись прочь. Горизонт был цвета молока, холодного и свежего, пролитого между тел. Все, что на самом деле осталось от Эрика Ванденбурга, несколько личных вещей и захватанный пальцами аккордеон. Все, кроме аккордеона, отправили родным. Инструмент оказался слишком громоздким. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика, в расположении части. Его отдали Гансу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга очень впечатлила. Всем знакомые детско-подростковые проблемы сочетаются с совсем не детскими печальными составляющими военного времени
и философскими мыслями основного повествователя. Ничего особенного от книги не ожидаешь, а в итоге проглатываешь ее за неделю и получаешь достойную пищу для размышлений. Определенно рекомендую. История мне понравилась. Понравилось ее изложение от лица главного героя того времени – смерти. Она дает цвет всему и вся, каждому событию, каждому человеку, каждой оборванной жизни. «Сначала краски, потом люди», — говорит смерть. И она права. История — это не о войне. Война лишь косвенно, а о жизни. О существовании простых людей в этой нелегкий период мировой истории. Что чувствовали, чего боялись и о чем мечтали обитатели маленького городка страны-агрессора. Как жили и как умирали. О чести, стойкости, доброте, дружбе и чистоте крови. Вот о чем книжный вор. Взгляд на войну детскими глазами опустошает. Однако героиня сильна духом и смела для авантюр. Ее окружают и храбрые люди, способные сберечь свои убеждения, и даже один дрочливый еврей. И как же без разномастных краж и целого мира из книг, и, конечно, слов, способных дойти до самого сердца. Тяжелый ход жизни с ее неизбежной болью, мучениями, но с какой-то светлой надеждой и редкими теплыми воспоминаниями делают эту книгу удивительно прекрасной. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика в расположении части, и его отдали Гансу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил. А выжил он так, в тот день он не пошел в бой. Этим он был обязан Эрику Ванденбургу, или точнее Эрику Ванденбургу, и зубной щетки сержанта. В то утро, незадолго до выдвижения на позиции, в расположение спящего взвода шагнул и потребовал внимания сержант Стефан Шнайдер. Солдаты любили его за юмор и смешные проделки, но еще больше за то, что он ни за кем не бежал под пули. Он всегда оставался первым. В иные дни он чувствовал потребность войти в блиндаж с отдыхающими солдатами и спросить что-нибудь вроде «Кто тут из Пазинга?» или «Кто хорошо знает математику?» или, как в судьбоносном для Ганса случае, «У кого аккуратный почерк?» И никто не объявлялся после того, как он вошел с таким вопросом в первый раз. Тогда рьяный молодой солдат по имени Филипп Шлинг гордо встал и ответил: «Да, командир, я из Пазинга». Ему тут же вручили зубную щетку и послали чистить сортир. И вы, конечно, понимаете, почему никто не отозвался, когда сержант спросил, кто во взводе самый лучший каллиграф. Каждый думал, как бы перед выходом на позиции не подвергнуться сначала полной гигиенической инспекции или не подписаться на чистку забрызганных дерьмом сапог эксцентричного лейтенанта. «Ну так как же?» – подначил Шнайдер. Прилизанные волосы у сержанта лоснились от масла, хотя одинокий вихор всегда торчал бдительным стражем на самой макушке. «Хоть кто-то из вас, негодных скотов, должен уметь нормально писать». Вдали слышалась канонада. Это подстегнуло. «Слушайте», — сказал Шнайдер, — «это не как обычно. Наряд займет все утро, а то и больше». Он не смог сдержать улыбки. Пока Шлинг вылизывал сортир, остальные шпилились в карты, но в этот раз они пойдут туда. Жизнь или достоинство? Сержант явно надеялся, что у одного из его людей хватит ума выбрать жизнь. Эрик Ванденбург и Ганс Хуберман переглянулись. Если кто-нибудь сейчас вызовется, для него вся оставшаяся жизнь в этом взводе превратится в сущий ад. Трусов не любят нигде. С другой стороны, ведь надо кого-то выбрать. Вперед так никто и не вышел, но чей-то голос, втянув шею, подтрусил к сержанту и сел у его ног, дожидаясь хорошего пинка. Голос сказал: «Хуберман, мой командир». Голос принадлежал Эрику Ванденбургу. Похоже, он подумал, что его другу еще не время умирать. Сержант прошел вперед-назад коридором солдат. Кто это сказал? Он виртуозно задавал шаг, этот Стефан Шнайдер, маленький человек, который говорил, двигался и действовал в торопях. Сержант вышагивал туда-сюда между двумя шеренгами, а Ганс Хуберман поднял глаза, ожидая новостей. Может, стало дурно медсестре, и кто-то должен менять повязки на гноящихся конечностях раненых солдат? Может, нужно облизывать, заклеить и разослать по адресам 1000 конвертов с похоронками? В этот миг снова выдвинулся чей-то голос, потянув за собой и несколько других. «Хуберман», — отозвались они. Эрик даже добавил: «Безукоризненный почерк, командир, безукоризненный».
Ну, решено. Округлая ухмылка маленького рта. Хуберман, ты. Долговязый юный солдат выступил вперед и спросил, какое задание его ждет. Сержант вздохнул. Капитану нужно написать 50 писем, а у него ужасный ревматизм в пальцах или артрит, будешь писать за него. Спорить не было смысла, ведь Шлинка отправили драить сортиры, а другой солдат, Пфлегер, чуть не скончался, облизывая конверты. Язык у бедняги посинел, будто от заразы. «Слушаюсь», — Ганс Хуберман кивнул, и с делом покончили. Чисто писание у него было сомнительное, чтобы не сказать больше, но он понял, что ему повезло. Он писал старательно, как мог, а остальные тем временем пошли в бой. И никто не вернулся. Так Ганс Хуберман ускользнул от меня в первый раз, на Великой войне. Второй раз еще предстоит, в 1943 году в Эссене. Две войны, два спасения. Раз юношей, раз пожилым. Немногим так везет обдурить меня дважды. Аккордеон он возил с собой всю войну. Вернувшись, Ганс разыскал в Штутгарте семью Эрика Ванденбурга, и вдова сказала, что он может оставить инструмент у себя. Аккордеонами у нее была завалена вся квартира, а видеть этот ей было особенно больно. И свои-то довольно напоминали ей о прошлом, как и сама профессия учителя музыки, некогда общая у них с мужем. «Он учил меня играть», — сообщил ей Ганс, как будто от этого могло полегчать. Может, ей и полегчало, потому что опустошенная женщина спросила, не поиграет ли ей Ганс, и беззвучно плакала, пока он тискал кнопки и клавиши в неуклюжем вальсе «Голубой Дунай». Это была любимая мелодия мужа. «Понимаете», — объяснил ей Ганс, — «он спас мне жизнь. Свет в комнате был крохотный, а воздух запертый. Он, если вам когда-нибудь что-то понадобится...» Он подвинул по столу клочок бумаги со своим именем и адресом. «Я по профессии маляр. Вашу квартиру покрашу бесплатно, когда не попросите». Ганс понимал, что это бесполезная компенсация, но все равно предложил. Роман разделен на 10 частей. Каждая часть имеет свое название. Повествование идет от лица смерти, которое рассказывает о своей нелегкой работе, дает комментарии о происходящем в книге, обращается к читателю. Главная героиня романа – книжная воришка, девочка Лизель. Так случилось, что она потеряла свою настоящую семью, попала в приемную, которую считала вначале семьей неудачников, но потом все представилось в ином свете. Книжкин вор заставляет задуматься нас о смерти и жизни, о важном и неважном. Автор осмысляет проблему войны и ее влияние на людей. Данное издание из серии «Современный бестселлер билингва». Тексты самых современных знаменитых авторов представлены на языке оригинала и на русском. Чтение произведения в оригинале позволяет нам, читателям, усовершенствовать свои знания английского языка. Книга сопровождается упражнениями и комментариями, которые позволяют нам лучше понять текст и освоить современную лексику. Узнать судьбу книжной воришки можно узнать, лишь прочитав эту книгу. А найдете вы ее в отделе литературы на иностранных языках Дворца книги. А вы читали книги Маркуса Зусака? Делитесь в комментариях.